Строительство пристройки к кадетской школе идет полным ходом. Работа проводится в рамках нацпроекта образования и госпрограммы «Образование Подмосковья». Строительную площадку посетил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. В новом корпусе кадетской школы будут учиться самые маленькие воспитанники. Пристройка для блока начальных классов рассчитана на 200 учеников. Она позволит сделать еще один шаг к ликвидации второй смены в школах городского округа. Мы в свое время сделали проект, провели все необходимые экспертные работы. Мы вошли в программу Министерства образования Московской области, согласно которой процентов 90 – это за счет регионального, областного бюджета, остальное – местный бюджет. В трехэтажном здании будет 9 учебных кабинетов, спортивный зал, помещение для занятий музыкой и свой пищеблок, рассчитанный на 400 мест. Стоимость объекта – более 320 миллионов рублей. На сегодняшний день заливается фундаментная плита, залита на 3/4. Все вот усилия прилагаются к тому, чтобы сделать школу досрочно. Основные строительные работы планируют завершить в феврале, а уже весной приступить к отделке здания. Перед строителями стоит задача. Новый учебный год школьники должны встретить в новом здании. Луиза Егазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.